я скажу. Он стоит на проводах. Супер вообще. Йоу, всем здорово, ребята, с вами, как всегда, Никас и Сандрок, и добро пожаловать в новое видео. Всем привет. И сегодня мы снимаем вторую часть по Дезерану, потому что та набрала 7 лайков, даже 8 лайков, всем большое спасибо. И вам реально зашла эта игра, и мы снимаем вторую часть, чуть не сдох. Йоу, и прежде чем продолжить просмотр, давайте я вам сначала расскажу о том же, что будет происходить на 100 подписчиков. А на 100 подписчиков я устрою розыгрыш. Будут призы в виде робоксов, призовой фонд расскажу потом, а сейчас приятного просмотра. Мы с Анькой также по-прежнему играем в тиме и пропускаем друг друга вперед. Что-то мне страшно. Опять пропускают люди. Да-да-да, угу, супер. Что-то девку первую пропустил. Пропустил. Как это вообще мог сказать? Да, ее прям пропускает, по-моему. Да, мне тоже тема. Первый раз сюда допрыгнуть, я так скажу. Фух, успел по доске пройтись. Баба, привет. Беги, 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 беги. Я за бабу успел. Угу, супер. Так, главное еще... Ой, чуть туда не сам не сбросился, прикинь. Прыгай, прыгай, чуть вообще... Она пропустила тебя специально. Ну да, не тим. Чист. И все туда еще видел, два чела прыгнули. Почти. Ну блин, это было эпично, когда я от всего вернулась. Вообще. Угнул, Маш, успею пропрыгать по мосту. Блин, как? Это наша вторая игра. Какой-то чел. Все, эхо слышно. АФК притворяется. Нет, АФК. А, нет, не АФК. Супер. Так, 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 идем, 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 идем. Баба сразу же на ту пошла. Я тоже рисковый, пойду сразу же на эту. Вот на ту я не рискну идти. Саня вообще никуда не рискует идти. Я не рисковый, пацан. Вот на третью идти прям вообще опасно, опасно. Что-то вас там слишком дофига. Как думаешь, пойти или нет? Пошел, пошел, серьезно? Сейчас я прыгну и сдохну 100%. Лучше не прыгай, подожди. О. Что-то ты слишком долго стоял, меня ждал, что ли? Активировал, пошли. Блин, умерла София. Так, все супер. Здесь хренов байтер от меня. Так что супер. Все, я живу. Мы просто уже продуманные прошли. Саня, что это было? Решил рассчитать время, да? Ну да. Но не получилось. Кстати, как и в тот раз, почти монетку соберу. Блин, бабочек активирует. Плохо. Ну хотя бы с кем-то дошел, хотя бы кем-то пожертвовать можно, уже радует. Так что иди, я уступлю тебе. Ух, не первый. Да, хотя бы не первый умру здесь, так что иди, я тебе уступаю. Супер! Классно. Да ну нафиг! Да ну нафиг! Я его забайтил даже здесь. Да ладно! Да. Как близко, да? Очень. У меня пока кристаллики соберу. Мне они важнее, Сань. Рука далеко. Он второй раз активировал эту самую. Да, вон она, рука. Можешь подождать руку? Подожди руку, подожди руку. Да, время кончится, если руку подождут.
48 секунд осталось, все, побежал убивать. Вон стоит, я по нику вижу. И вот у нас третья сами игра по счету. Осталось еще две игры, не считая эту. По счету, ребят, восьмая. Вы ничего не слышали? Все супер. Так, сейчас бежим тут, сейчас на Саню упадет что-то. Саня, читер. А что это Саня, читер? Саня, ты офигел, скажи только честно. Саня нормальный, вы чё? Саня вообще классный. Саня в норме, Саня в норме. Она исчезла, а раньше она еще обратно летела. Саня не читер, Саня нормальный. У Сани, короче, пластинка заела. 4 раза одну и ту же фразу повторил. Это чтобы отвести подозрение, что Саня не читер. Баба не успела, да похоп, байт. Че, доски уронить успела? А, не успел. Ну, кого-то хочу, но успел убить. Прошу. Что-то сдохло, а ящик убил. Да, Саня, я с тобой полностью согласен. Лучше сначала за монеткой сходить. А, не успел. А, ты умер, все супер. Ну как все супер может быть, если Саня умер? Ну вы че? Саня визгает, как у ребенка. Блин, баба чек активировал, плохо. Лол, забайтил. Два раза забайтил, да ну нафиг. Изи. Вообще изи просто. Ну, только девке чуть-чуть помог, если честно. О, как помог? Я иду первым пока. Его нету, да ну нафиг. Успею, не успею? Нет. Кто сказал нет? Но иду первым. Вообще первым пока бегу. Сейчас тут главное убить его. Где он стоит, Саня? Он стоит на проводах. Супер, вообще. 2 раза подряд убил. И да, вот у нас с вами начинается 4-я игра. Какая 4-я? Даже больно говорить эту фразу. Блин, какая 4-я? Все, давай, поехали. У меня случайно на середине стой, как я это стою. А ты хотел туда, помнишь, прыгнуть? Да, да. Так, здесь сосульки. Главное, попой на сосульки. Меня баба прибила. Блин, рядом сосулькой прошел. Зазуля. Как я сдох? Чего? Блин, чуть не побежал, господи, реально. Чуть не побежал. Ты умер? Как я сдох? Где ты сдох? Я, короче, поднял снежок, и баба этот же снежок подняла. И она меня подняла. Потом она встала на шипы, и я сдох вместе с ней. Давай, убивай чела. Где там она стоит? Смотри, она на камнях стоит. Камни ждет, да? Да. Блин, стрёмно идти туда. Ну, давайте, идите. Она пока что, наверное, не успеет. И ты так уворачивайся, из бока в бок ходи. Поможет, я так сходил. Помнишь? На прошлом видосике. Просто прямо прошел. Я же говорил, поможет. Я просто прямо шел. Проходите, челы. Проходите. Если идти туда, он умер. Супер. Как супер. Дальше некого будет пропускать вперед. Срели плохо. Че, активировал? Нет. Интересно, она прошарена или нет? Супер. Че, я один остался? Серьезно? Ладно, попробуй бежать. Ага, фига. Фига, если ты... Нет. Ой, рука близко. Вижу. Очень близко. Ну, я тоже близко, ты че? Вон, смотри, как я быстро отрываюсь. Сейчас главное сульку лапой не упасть. Да, прям именно в этом месте, ты видел, да? И вот у нас начинается последняя игра, замыкающая. И я расскажу правила, когда будет 100 подписчиков. Что надо было сделать на 100 подписчиков?
Потому что беги, уже беги. Скоро 95, останется 5. Ты, как я понимаю, этот у нас. Да, беги, беги, беги. И бегу я сейчас. Саня меня пропускает на последней игре как раз. Баба сама упала, я видел. Она попыталась хотя бы как-то выжить. Но у нее когда так себе это получилось. Рука еще стоит, а я бегу. Первый чекпоинт активировал почти. Активировал. Скоро до второго дойду. Главное там не сдохнуть, короче, где эти штуки крутятся. Самое сложное для меня место пока. Фух, чуть не сдох. Еще трое сдох. Капец, сложно для меня паркур, если честно. Вообще. Надо карту по паркуру какую-нибудь снять и все. Все, ближе к самому сложному месту в игре. Так, захожу. Вот эти крутилки. Проктора говорил. Они настолько сложные, это капец для меня. Вух, чуть не сдох, чуть не сдох. Прошел, супер. А тут два чека? Три чека. Два чека подряд. Хопа, прошел. Супер. Саня почти до конца. Чуть не сдох. Это в самое начало вставлю. Все, Саня прошел. Что там, недалеко, да, еще? Он пока открывает тогда, да? Баба читит. Надо в каждом хотя бы открывать, в самом начале ролика, надо открывать вот эти. Так что, или это в начало ролика вставлю, не знаю. Куда покатились? Укатитесь. Чё, одна баба осталась? Чё там, минута еще, я еще успею открыть. Открывай. А, всё, бегает. Умерла? Угу. Что, иду убивать, да, тебе? Не-не-не, полдва. Я тоже собираю. Давай, погнали. На, дай я выйду. Пробегай вперед. Ну иди сюда, собирай. Я вперед пробегу. Ну или просто стой вот здесь, вот только ко мне не заходи, попытайся. Чисто фарминг. Все? Да. И всем спасибо за просмотр, и если вы хотите продолжение, набираем 5 лайков, а если хотите все фейл, тогда 10 лайков. Вот поэтому такая мотивация, в два раза, на 2 лайка меньше, чем в прошлый раз. Так что 10 мы лайков. Мы евреи, да. 10 лайков получается у нас фейлы, 5 лайков у нас получается продолжение. Ну а с вами был Никас и Саня. Так, до новых. Ну а с вами был Никас и Саня. Ну а пока. Пока-пока.